Здравствуйте. Меня зовут Дерек Уокер. Я пастор библейской церкви Оксфорда. И мы продолжаем серию проповедей, говорит ли Библия о восхищении церкви до великой скорби. А мы говорим об этом, потому что, по моему мнению, мы приближаемся к концу времен, описанному в книге Откровения. А вопрос в том, вернется ли Иисус за церковью до скорби, или же нам придется пройти скорбь и пережить все это. Вот что мы обсуждаем. В конце эры церкви будет уникальный период времени длиной как минимум в 7 лет под названием скорбь. Вторая половина называется Великая Скорб. В Библии это время описано как самое худшее в истории. Тогда будет доминировать Антихрист. А также это будет время Божьего гнева и судов, поэтому этот период также назван День Господень. Господь Иисус завершит это время, когда вернется в силе и славе. Я считаю, что в Писании сказано, что церковь вознесется до этого семилетнего периода. Это называется восхищение до скорби. Я думаю, что такая точка зрения появляется, если рассматривать пророчество буквально. Пророки Ветхого Завета видели два прихода Мессии, как две вершины горы вдалеке. В начале Агненса, потом Лев. Страдания, а потом слава. Вначале его смерть для заключения завета, а затем приход его в качестве царя для утверждения его царства на земле. Это два совершенно разных видения. Если вы смотрите на две горы, которые находятся одна за другой, вам сложно понять, это две части одной горы или две отдельные горы. И только после восхождения на первую вершину вы можете понять, есть ли между ними долина. Таким же образом пророки видели страдания, а потом славу. Но время между этими двумя событиями не было открыто ветхозаветным пророком. В Новом Завете сказано, что это время — это тайна, скрытая Богом от начала времен. Что произойдет в этот период, зависело от решения Израиля принять или отвергнуть Христа и его царство. Бог не идет против воли человека. И когда израильский народ в целом отверг Христа, Иисус стал открывать секрет этого таинственного периода с помощью притч. Вот почему церковь и эра церкви названы тайной в Новом Завете. В эту тайну входит также и восхищение церкви. 1 Коринфянам 15. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг в мгновение ока. Воскресение умерших праведников во время возвращения Христа ⁇ это не тайна. Это было ясно предсказано в Ветхом Завете. А вот восхищение живых ⁇ это что-то новое. Тогда смертные тела изменятся в бессмертные. Об этом не только было предсказано, но и кажется, что это противоречит Ветхозаветным пророчествам о Царстве Мессии. Если все верующие будут восхищены в начале возвращения Христа, тогда не останется верующих, чтобы заселить предсказанное Царство Мессии. К тому же, на тот момент все неверующие уже погибнут, и тогда для этого царства не останется никого в естественных телах. Единственное решение этой проблемы ⁇ это приход Христа в два этапа. Вначале Он приходит за своей церковью, чтобы забрать нас к себе, а спустя какое-то время Он приходит в силе и славе, чтобы завладеть всей землей. И за это время, за период скорби, многие будут спасены, особенно после восхищения церкви, которая для многих станет сильным толчком к вере. Все, кто доживут до конца этого ужасного времени, унаследуют царство Мессии. Тот факт, что приход Иисуса будет двухэтапным, не должен казаться странным, если учитывать, что пророки изначально предсказали приход Иисуса в два этапа. Они, правда, думали, что эти этапы произойдут зайдут один за другим, но оказалось, что между этими этапами целых две тысячи лет. Итак, если у второго пришествия должно быть два этапа, то вас это не должно удивлять. Это объясняет, почему пророчество о втором пришествии содержит два очень разных описания. Одни описывали, что он придет. В силе и славе другие описывали его приход как приход вора ночью, который приходит внезапно и без предупреждения, чтобы забрать ценности верующих. А это идеальное описание восхищения церкви. Конечно же, Христос не вор, потому что Он берет лишь то, что принадлежит Ему. Однажды мир проснется, а исчез миллиард верующих. И это будет похоже на приход вора. Итак, приход Христа будет из двух этапов. Вначале он придет и восхитит свою церковь. Мы вознесемся и встретимся с ним в воздухе. Затем он придет уже с церковью, чтобы судить грешников и установить свое царство. Библия описывает эти два этапа его прихода как утреннюю звезду и восход солнца. Во втором Петра 1.19 сказано. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Тут упоминается три света от Бога. В нынешнее время мы имеем свет Его пророческого слова, который светит в наших сердцах. И Петр говорит, что мы должны жить этим словом, пока не рассветет день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Речь идет о двух разных проявлениях славы Христа, которые сравниваются с восходом солнца и утренней звездой. А восход солнца это описание второго пришествия Христа, когда он поднимется и осияет весь мир. Малахия описывает возвращение Сына Божьего как восход Солнца праведности, освещающее всю землю своей славой и начинающее новый день, тысячелетнее Царство. Но незадолго до восхода Солнца, пока еще темно, на небе появляется еще один свет, утренняя звезда. На самом деле это Венера, яркая планета, предвещающая начало нового дня. Это значит, что скоро появится Солнце. И начнется новый день. Ее видят только те, кто на тот момент не спят и наблюдают за небом. И это символ явления Христа только верующим. Только истинным верующим. Солнце видят все, но только некоторые видят утреннюю звезду. После появления утренней звезды мир на какое-то время остается в темноте, пока не поднимется Солнце в своей славе. Также и Христос, наша утренняя звезда, явится сперва тем, кто готовы. Затем появится Христос, Солнце праведности, чтобы начать новый день, и тогда все увидят Его в Его славе. В Откровении 22.16 Иисус говорит, Я звезда светлая и утренняя. Утренняя звезда ⁇ это проявление славы Иисуса а также в Откровении 2, 28, Иисус обещает верующим, «Я дам ему звезду утреннюю». То есть это особенное будущее проявление Его славы, которое будет дано только верующим. Это романтические слова любви. Как жених обещает невесте, «Я отдам себя тебе, я есть утренняя звезда, я наполню тебя своей славой». Петр сказал, что в ваших сердцах взойдет утренняя звезда. Так что это проявление славы Христа, которое берет начало в сердцах верующих, где обитает Дух Святой. Итак, пока мир спит в темноте от до рассвета, когда все увидят его славу, будет еще одно особенное проявление его славы, которое будет дано только верующим. Он явится им как утренняя звезда, а его звезда поднимется в их сердцах. Итак, утренняя звезда — это обещание, Славы Христа, проявленной верующим и в верующих во время восхищения церкви, которое произойдет до второго пришествия. Во время восхищения Иисус проявит свою славу и силу воскресения через нас. Христос в нас, надежда славы. Это изменит наши тела, и мы поднимемся навстречу Ему. Тот же Дух, который воскресил Христа, уже в нас. И в тот день Бог повелит славе утренней звезды осветить наш дух и душу и изменить наши тела в бессмертные. Это проявление утренней звезды произойдет с нами во время восхищения. Прекрасно то, что это может произойти в любой момент, без предупреждения и во мгновение ока. Библия говорит о внезапности, а это возможно только при восхищении церкви до скорби. Христос может прийти в любой момент, и мы можем мгновенно перенестись с ним на небо. Это служит дополнительной мотивацией для нашей надежды, потому что мы, люди, часто думаем о том, что будет. Если дорогой вам человек обещает приехать к вам в ближайшем будущем, то это будет мотивировать вас. А представляете, если он скажет вам, что может приехать в любой момент, это увеличит ваши ожидания и ускорит ваше приготовление, чтобы вы и ваш дом точно были готовы. Также и вера во внезапное возвращение Христа разжигает нашу надежду. В этой серии я представил много доказательств в пользу восхищения до церкви, и хотел бы закончить, отвечая на некоторые контр-аргументы. Самое частое возражение этой теории основано на трубах. Люди говорят, если восхищение произойдет при звуке последней трубы, то это значит, что это седьмая труба из Откровения. Я считаю, что седьмая труба будет посреди скорби, а они считают, что после. Другие говорят, что последняя труба ⁇ это великая труба из Матфея 24:31, в которую Иисус затрубит во время своего второго прихода. Эта точка зрения говорит, что восхищение церкви будет либо посреди, либо после скорби. Это возражение встречается чаще всего, но по многим причинам последняя труба не может быть седьмой трубой из Откровения. Во-первых, Павел не мог ссылаться на семь труб из откровения, так как откровение еще не было написано. Оно появилось только через 50 лет. Во-вторых, седьмая труба это труба ангелов, то есть в нее дует ангел, а труба при восхищении церкви названа Божьей трубой, и в нее будет дуть Иисус Христос. В первом Фессалоникийцам 4 сказано, прозвучит труба Божья, сам Господь спустится с небес, и те, кто умерли во Христе, восстанут первыми. В-третьих, седьмая труба принесет на землю суды, тогда как труба восхищения церкви приведет к изменению тел верующих. Они вместе поднимутся ему навстречу. Это совершенно разные вещи. В-четвертых, читая Откровение, мы видим, что после седьмой трубы идут семь чаш гнева. И только во время шестой чаши армии соберутся на битву при Армагеддоне. Поэтому должно быть хотя бы несколько месяцев между седьмой трубой и вторым пришествием. Итак, если труба восхищения церкви это последняя труба, то это аргумент скорее против восхищения церкви после скорби. А вот громогласная труба из Матфея 24:31 заслуживает большего внимания, потому что это как раз может быть труба восхищения. Там сказано и пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ведров от края небес до края их. Даже приверженцы восхищения после скорби считают, что здесь речь идет о церкви. Да. Тут есть некоторое сходство с описанием восхищения церкви. Тут сказано, что при звуке этой трубы соберется народ Божий, и это тоже связано с приходом Господа. Но тут также много и отличий. И они слишком большие, чтобы говорить, что речь идет о восхищении церкви, как и в первом Фессалоникийцам 4. Например, дерево и куст могут быть похожи в своем описании, но это не значит, что куст и дерево — это одно и то же. Например, в Матфея 24 ничего не сказано о восхищении воскресших при звуке трубы. А в этом вся суть восхищения. Во время восхищения нас соберут вместе и вознесут не ангелы, а сам Христос. Что это говорит о наших прославленных телах, если нам при этом нужна помощь ангелов? А в Матфея 24 сказано, что ангелы соберут избранных. Но это совсем не то, что сказано о восхищении церкви в первом феслолоникийцам. А если разбирать Матфея 24, 31 в свете Ветхого Завета, а также учитывая то, как это слышали изначальные слушатели, которые знали пророчество Ветхого Завета, в отличие от многих современных христиан то становится весьма понятно, о чем здесь говорит Христос. Он намекает на исполнение ветхозаветных пророчеств. Можно сказать, что это подытоживание всего, что говорили пророки о финальном сборе израильтян со всего мира в свою землю. Иисус говорит, что полностью это исполнится только после второго пришествия. Возвращение евреев уже началось, но завершится оно, когда он вернется. Сам Иисус назвал эту трубу громогласной или в некоторых переводах великой. Это ключ к определению того, что это за событие. В Библии есть всего еще одно место, где говорится о великой трубе. Это Исаия 27, 12, 13. Давайте почитаем. «И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день. Вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Речь идет о собрании всех израильтян при звуке великой трубы – для возвращения в тысячелетнее царство. Ученики Иисуса понимали, что Он говорит о сборе евреев из всех стран во время Его прихода. Он использует здесь термин «избранный», чтобы подчеркнуть, что речь идет о его избранном народе, об Израиле. И он соберет их, чтобы исполнить свой завет с Авраамом. Контекст Матфея 24.13 подтверждает, что избранные — это Израиль, потому что здесь основной акцент на Израиле перед его вторым пришествием. К тому же, в Матфея 24-22 он говорит, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Мы, конечно же, можем сказать, что избранные это все верующие, но изначально избранными назван народ Божий Израиль. И Иисус вернется к Израилю во время Армагеддона, чтобы спасти их от наступающих армий Антихриста. Он придет спасти израильтян. Вот почему Он вернется именно в Израиль. А после спасения он соберет их всех вместе, затрубив в трубу. Они соберутся из всех стран и будут готовиться к царству. Итак, Бог называет Израиль своим избранным народом. Поэтому, когда ученики услышали, как Иисус говорит об избранных, в этом отрывке Иисус и до и после говорил об Израиле, они должны были понять, что речь идет об Израиле. Да, это правда, что церковь тоже названа избранной в посланиях апостолов, но в тот момент, когда Иисус говорил эти слова, церкви еще не было. И послания не были написаны. Поэтому буквальное толкование указывает на то, что избранные в этом стихе это Израиль. Следовательно, когда Иисус говорит, что при звуке великой трубы соберутся избранные, речь идет о сборе израильтян, и это не имеет никакого отношения к восхищению церкви. Сбор всего Израиля это тема многих ветхозаветных пророчеств, где используется та же лексика, которую использовал Иисус в Матвея 24,31. Пророки часто говорили о том, что Израиль и другие народы разбросаны по четырем ветрам небес. Четыре ветра небесных это еврейская идиома, которая означает то же, что и четыре края света. Говоря о рассеивании Израиля и его повторном сборе в своей земле, Моисей пишет во Второзаконии 30 стих 4. Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой. Итак, в Матфея 24:31 Иисус подтверждает, что во время своего второго пришествия Он исполнит множество ветхозаветных пророчеств о сборе еврейского народа по четырем ветрам. Бог заявил, что в будущем Израиль будет собран с востока, запада, севера и юга, со всех краев земли. Например, в Исая 5.26 сказано, и поднимет знамя народом дальним и даст знак живущему на краю земли Израилю, и вот он легко и скоро Придет. То же самое сказано в Захария 10, 10, В Исаия 11, 11, 12 сказано: И будет в тот день. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить тебе остаток народа своего, какой останется, и поднимет знамя язычником, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли. Те же самые слова. Итак, это было предсказано в Ветхом Завете, и тут используются те же слова, что и в Матфея 24:31. Там сказано, что Мессия вернется, затрубит в великую трубу и созовет всех членов своего избранного народа Израиля обратно в их землю. Когда Иисус придет в славе и опустится на Элеонскую гору в Иерусалиме, Он подует великую трубу. И это будет сигналом сбора всех израильтян со всех уголков земли к нему в Израиль. Итак, хотя Матфея 24.31 не совсем совпадает с первым Фессалоникийцем 4, оно полностью совпадает с Исаи 27.12, где сказано, что Мессия соберет всех израильтян из всех народов, когда придет на землю в силе и славе и подует в великую трубу. Тогда как же мы объясним фразу Павла «последняя труба» в 1 Коринфянам 15? Думаю, для этого не нужно искать в Библии еще одну трубу, потому что этому есть понятное объяснение в самом тексте. Речь идет о двух классических отрывках о восхищении церкви и о трубах. Это 1 Фессалоникийцам 4 и 1 Коринфянам 15. Павел подчеркивает, что событие, оглашенное звуком труб, произойдет в два этапа и коснется двух групп святых, умерших и живых. Сам Господь, при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. Очевидно, что тут есть определенный порядок. Вначале воскреснут мертвые во Христе, а затем вознесутся оставшиеся в живых. Следовательно, труба Божья прозвучит дважды. Первый раз воскресит мертвых и призовет их к Христу, а второй звук трубы начнет восхищение живых. Этот звук трубы будет последним. Это согласуется с 1 Коринфянам 15. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Обратите внимание, что при последней трубе изменятся те, кто будут еще живы. А как насчет мертвых во Христе, которые к тому моменту уже воскресли? В следующем стихе Павел говорит нам, что и они тоже воскреснут при звуке трубы. Ибо вострубит первая труба, и мертвые воскреснут нетленными, а потом мы изменимся при последней трубе. Ему не нужно повторять фразу при последней трубе, потому что он уже сказал об этом в предыдущем стихе. Соединив оба этих отрывка, можно прийти к выводу, что Иисус дважды затрубит трубу. При звуке первой трубы воскреснут мертвые, а при последней трубе оставшиеся в живых изменятся и вознесутся. Другие возражения насчет восхищения до скорби связаны со значением Дня Господнего. Например, во втором Фессалоникийцам 2 Павел разоблачил лжеучение о том, что День Господень уже наступил. Он говорит, что День Господень не придет, пока не придет человек погибели. И многие полагают, что День Господень — это просто явление Христа в славе. Но это невозможно, иначе эти стихи не имеют никакого смысла. Если суть лжеучения была в том, что Иисус уже пришел в славе, то очевидно, что это ложь. В Библии День Господень — это особое время, когда Бог вмешивается в суды над землей, или когда Бог напрямую управляет землей. А это значит, что вся скорбь ⁇ это часть дня Господнего. Так сказано и в первом Фессалоникийцам 5, 2, 3. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут». Здесь Павел отождествляет внезапный приход Дня Господнего с началом родовых схваток скорби. Он говорит, что День Господень или скорбь придет как вор ночью. Это тот же образ, что используется для описания Господа во время восхищения церкви. Тут сказано, что скорбь начнется, как произойдет восхищение. Следовательно, мы должны толковать 2 Фессалоникийцам 2, используя то же значение Дня Господнего, что было в первом Фессалоникийцам, а именно скорбь. Итак, лжеучение, которое разоблачал Павел, было не о том, что Христос уже пришел, потому что это и так очевидно, а о том, что скорбь уже началась. А вот что так расстраивало фессалоникийцев. Они поверили в то, что день Господень или скорбь уже началась. А это значит, что им придется пройти скорбь и столкнуться с Антихристом, хотя до этого Павел говорил им, что они вознесутся до скорби. В третьем стихе Павел убеждает их, что скорбь еще не началась, потому что вначале должно произойти восхищение церкви. Только тогда начнется день Господень с открытия Антихриста, который быстро возникнет на мировой арене, а затем станет всемирным диктатором. Как любой нормальный день, День Господень состоит из ть периода тьмы, за которым идет период света. Вначале будут семь с лишним лет тьмы, под названием скорбь, а за ними будут тысяча лет света, под названием Тысячелетнее Царство. Второе Петра 3.10 соглашается с этим. Там сказано, придет же День Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Тут описаны начало и конец Дня Господнего. Начнется он как вор ночью, то есть с восхищения церкви, а закончится уничтожением вселенной в конце тысячелетнего царства как и описано в Откровении 20. И это подтверждено седьмым стихом. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Тут сказано, что конец Дня Господнего наступит через тысячу лет. Еще одна ошибка — это путать День Господень с великим и страшным Днем Господа, который буквально означает День Великого Проявления Славы Божьей или Второе Пришествие. Многие ссылаются на Иаиля 2.31, где сказано, «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный». А также Матфея 24.29, «И вдруг после скорби тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и так далее. Иными словами, они говорят, что те же самые знамения будут в конце скорби перед великим и страшным днем Господа, и делают вывод, что день Господень должен быть в конце скорби. Но это ложный вывод, сделанный на ложном предположении, что день Господень и великий и страшный день Господа — это одно и то же. На самом деле, весь период скорби — это часть дня Господнего, а кульминацией скорби будет день Господа великий и страшный, когда Иисус вернется в силе и славе поэтому день господень не одно и то же что и день господа великий и страшный будьте благословенны